Добрый день. Меня зовут Ольга Короткова. В Яндексе я занимаюсь развитием платежных сервисов. Для начала хотелось бы рассказать о трендах развития рынка e-commerce в Беларуси. Объем розничной онлайн-торговли продолжает расти. По данным Белкарт, каждый четвертый платеж осуществляется безналично. Что касается Центробанка, то он рассчитывает к 2021 году, что 40% всех платежей будут осуществляться безналично. Еще одним трендом является рост популярности китайских магазинов. Например, недавно прошел Всемирный день онлайн-шоппинга, это был 11 ноября, и в этот день по подсчетам аналитиков Яндекс.Денег количество платежей от белорусских именно пользователей выросло в 24 раза, а количество клиентов, совершающих платежи, выросло в 15 раз. Средний платеж одного пользователя продолжает расти, и сейчас, по нашим оценкам, это где-то 20 белорусских рублей. Растет мобильная аудитория. Это такой новый главный тренд. Пользователи все больше переходят на мобильное устройство. Соответственно, им проще платить по СМС, по интернет-банкингу, использовать новые технологии NFC, такие как Apple Pay, Samsung Pay. Удобно заплатить, сидя на конференции, возможно, где-то в общественном транспорте или просто стоя в очереди. Самые активные покупатели сейчас живут в Минске, но при этом у регионов большой потенциал роста. Например, по нашим оценкам, в 2015 году количество платежей в Минске выросло на 24%, а в регионах уже на 40%. Для чего же нужна онлайн-оплата? Онлайн-оплата вам необходима для повышения продаж в первую очередь. Она поможет расширить географию и аудиторию, так как все мы помним о предыдущем утверждении, что растут платежи из регионов. Она даст больше способов оплаты клиента. Не надо заставлять клиента снимать деньги с карты. Дайте ему возможность заплатить онлайн. Онлайн-оплата даст вам гарантию в том, что товар действительно будет куплен. Если клиент уже оплатил его онлайн, то навряд ли он уже от него откажется. Это значительно сложнее сделать психологически. Онлайн-оплата снизит издержки и автоматизирует часть бизнеса. Она даст удобные инструменты контроля продаж и оценки той или иной эффективности. Хочу рассказать, как в России работает онлайн-оплата. Во-первых, 80% интернет-магазинов и сервисов России используют платежных агрегаторов. Если вы знаете о компании Яндекс.Деньги как об электронном кошельке, то вы очень немного знаете о нашей компании, потому что в 2013 году мы запустили сервис Яндекс.Касса. Яндекс.Касса – это сервис, платежный сервис для интернет-магазинов и сервисов, который представляет самые удобные способы оплаты. Сейчас мы уже стали платежным агрегатором номер один в России, и к нам подключено более 76 тысяч интернет-сайтов, сервисов, магазинов и прочего. Вот самые востребованные способы, которые у нас есть. Это банковские карты, традиционный эквайринг, это онлайн-банкинг, электронные кошельки, платежи наличными из терминалов, все виды мобильных платежей. Все это интернет-магазины российские получают по одному договору, как единая точка входа. Немного более подробно про те инструменты, которые помогают нашему платежному решению адаптироваться под запросы бизнеса и, соответственно, совершать наиболее эффективные продажи. Например, привязка банковской карты. Вашему клиенту достаточно только один раз ввести данные карты,
мы запомним их, и в дальнейшем он сможет совершать покупку легко и просто, ну, то, что называется покупкой в один клик. Автоплатежи – это удобный сервис, который нацелен на сервисы подписок. В назначенный день сумма будет списана с клиента по его предварительному акценту с привязанной карты. Предавторизация. В момент совершения заказа сумма холдируется на карте, она не списывается. Мы дожидаемся того момента, когда покупка будет уже реально совершена, когда клиенту привезут, условно говоря, товар. Если клиент отказывается в этот момент от части заказа, соответственно, сумма будет списана только за тот заказ, который он действительно купил. Нет необходимости ждать 30 дней, ну, по крайней мере, у нас в России 30 дней клиент ждет расхолдирования средств в обычной ситуации. Для продавцов это также удобно тем, что уже точно есть гарантия того, что на карте клиента есть деньги. В принципе, эту же модель используют сервисы такси, тот же Uber. Выставление счета в переписке. Если у вас небольшой магазин, или просто вы плотно работаете с потребностями клиента, может быть, обсуждаете с ним заказ в чате, в мессенджерах, по телефону и прочее, легко и просто можно выставить счет, просто прислав ссылку на платежную форму после того, как вы согласовали все детали. Устанавливаете чат на свой сайт, договорились с клиентом, отправили ему ссылку, ну, он оплачивает. Никто не уйдет без покупки. Как выглядят обычные платежи в интернет-банкинге? Сначала клиент оформляет заказ, получает код для оплаты, авторизуется в интернет-банкинге, находит получателя платежа, вводит код, полученный ранее, после этого какие-то, может быть, пароли вводит, подтверждает. В общем, долго, согласитесь. А вот так выглядят удобные платежи в интернет-банкинге. Клиент оформляет заказ, получает смс от банка, отправляет подтверждение. Все, покупка оплачена. Этот же кейс можно адаптировать для товаров с физической доставкой. Например, платеж можно совершить в тот момент, когда курьер привез заказ. То есть вы делаете заказ онлайн, клиент делает заказ онлайн на сайте, к нему приезжает курьер, клиенту нет необходимости давать банковскую карту или наличные, да, то есть у курьера не должно быть терминала, все очень просто. Клиент получает смс от магазина с суммой выставленного счета, он точно так же при курьере подтверждает платеж, в онлайне происходит оплата. Онлайн-кредитование. Допустим, если речь идет о покупке электроники или бытовой техники, то, как правило, все люди идут в офлайн. В офлайне можно оформить кредит, выбрать наиболее интересные кредитные предложения. В магазинах, как правило, несколько представителей сидит. Но мы помним о том, что мы не хотим вести клиента в офлайн. Пусть он делает покупку онлайн. Что же ему можно предложить? Оформить заявку в онлайне прямо на сайте. Оформляется заказ, после этого осуществляется редирект на платежную форму, даже не платежную информационную форму, где клиент вводит все необходимые данные для банка. В течение пары минут проходит скоринг, и он узнает, будет ли ему выдан кредит. Оплата по QR-коду. Это новый тренд, он не сильно пока популярен в Беларуси, но это очень удобно. Вы генерируете QR-код, в нем уже зашиты все необходимые данные для оплаты. Клиенту нет необходимости что-то вводить. Он просто сканирует телефоном данный код и оплачивает из своего приложения. Например, 4 миллиона пользователей Яндекс.Денег уже могут воспользоваться этим способом. Удобно? Apple Pay – это новая технология, которая потихоньку начинает завоевывать рынок. Все мы знаем, что пользователи Apple – это определенные любители экосистемы, у которых есть планшеты, телефоны, макбуки. Все вместе, все эти устройства можно объединить для платежей Apple Pay. Карта привязывается к аккаунту.
И вы просто, условно говоря, подходите к терминалу или скачиваете приложение из App Store и пользуясь в нем, переходите к оплате, просто вводите, просто подтверждаете пальцем своим отпечатком платеж, онлайн-оплата совершена, платеж с карты. Мобильный терминал – это небольшое устройство, которое легко помещается в кармане курьера. Этот ридер просто вставляется в разъем наушников, и точно так же, как обычный терминал в магазине, считывает банковскую карту. Все деньги поступают на тот же счет, на который поступают все платежи из Яндекс.Кассы. Сейчас мы расширяем наши границы. Яндекс.Касса – это сервис, в первую очередь, для российских клиентов. Но уже сейчас мы вышли и в Беларусь. Яндекс.Касса подключилась к ЕРИП некоторое время назад, и уже сейчас магазины, подключившие себе платежную опцию ЕРИП, платежи в СНГ, могут принимать платежи от клиентов в Беларуси. Тем самым мы расширяем аудиторию пользователей. Соответственно, мы подключаем как зарубежные магазины, не только российские, вообще по всему миру, в том числе из Китая, так и даем возможность совершить платеж пользователям из других государств. Буду рада ответить на ваши вопросы. Всем спасибо за вопросы. Наверное, всем все понятно? У меня вопрос такой. Вы вот говорили про онлайн-кредитование, да? А это, я так понимаю, для российских пользователей, да? То есть для белорусских это не будет доступно? Сервис доступен с российским банком Тинькофф, да. Соответственно, он, в принципе, доступен и клиентам из Беларуси, но, к сожалению, здесь такой маленький нюанс, что приезжает курьер непосредственно банка, нет необходимости куда-то самому идти, но должен приехать курьер для подписания документов. После этого уже можно забирать товар. То есть, прошу прощения, в этом случае получается не кредитование, а формирование стоимости, да? То есть, это именно заявка на кредит. Смотрите, наш сервис предоставляет возможность подать заявку на кредит клиенту. После этого, как только кредит будет одобрен, документы подписаны, банк переводит деньги в Яндекс.Кассу, а Яндекс.Касса уже рассчитывается с магазином. То есть фактически для магазина это платежная опция. Ничем не отличается от всех остальных, от платежей банковской карты, от платежей электронным кошельком. Деньги поступают в магазину по единому договору с нами, с агрегатором. То есть мы являемся единой точкой входа. Спасибо всем за внимание.